Как же меня бесит говно, поданное под видом концептуальности. Немного жизни, немного банальности и море восторженных лиц. Здесь нет нолей, здесь ноль единиц. Паразитировать неокрепшие умы. Так просто, особенно в наше время. Боязнь эмоциональной, не физической близости не могут терпеть люди. Мое обостренное чувство справедливости. И это мода на антидепрессанты и умение казаться странным. Выбивает меня из колеи, заставляя задуматься о том, что может это со мною что-то не так. Эту и параллельную реальность. Мы нигде, мы никто, мы никак. И все это больше похоже не на жизнь, а на эксперимент Бога. Живем мало, проживаем много. И проникает информация в мой измученный мозг, который уже не в силах переваривать поддержанные слова, которые только изредка выдают истерический смех. Идиотизм — самое демократическое явление, оно распространяется на всех. Создается ощущение, что балласты висят на шее. Эти пьяные движения и тупые решения. Тоже часть тебя и меня. Вчера бросил курить, сегодня начал опять. Передо мною лишь две кнопки, так скажи же, на какую нажать. Мы устали жить, мы не хотим умирать.